Давно я не издевался над обычными игроками. В последнее время я троллил только читеров и нарушителей. Сегодня мы это исправим. Они пытаются заехать в гараж, но у них не получается это сделать. Что за дичь? Тут стена, б***ь. Тут магия. Ребят, это просто жесть, здесь 8 машин. Целых 63% зрителей смотрят меня и не подписаны на канал. Ребят, почему вы еще не подписались? Скорее жми на кнопку подписки, чтобы не пропускать новые видео. А если хочешь вторую часть такого ролика, ставь лайк. Я думаю, вы не забыли о том, что у меня есть команда Slash Map, которая позволяет создать несовершенно любой объект где угодно. Но сегодня я буду использовать необычный объект. 193-82. Вот этот объект. Как бы его здесь нет, но он как бы и есть. Он полностью прозрачный, то есть вообще невидимый. Но давайте я его поставлю вот здесь. Все, он как бы стоит вот прям передо мной. Его вообще не видно. И я просто врезаюсь в него и не могу пройти сквозь. Для наглядности я сейчас врежусь на машине в этот объект, чтобы вы не думали, что я вас как-то обманываю. Вот, смотрите, я разгоняюсь, и сейчас где-то здесь будет эта стена. Все, я как бы врезался и проехать дальше не могу вообще никак. Ну и я думаю, вы понимаете, чем я сейчас буду заниматься. Кстати, у меня ID 0. Я просто самый первый в табе. Надеюсь, это какой-то хороший знак. Так, ребят, я сейчас нахожусь у полицейского участка, и здесь копы привезли кого-то с сажать в тюрьму. Сейчас я отомщу копам за всех. Создаю вот здесь вот этот объект, прямо на въезде. И все, по идее, сюда больше никто не сможет проехать. Да, это работает. Смотрите, они пытаются заехать в гараж, но у них не получается это сделать. Он пытается проехать, но врезается в стену. Пешком он тоже не может пройти никак, вот только вот так через забор. Он просто не может пройти. Жалко, что через забор можно перелезть. Вот этот вот проезд я только перекрыл, но на машине сюда не проехать никак. Вот еще чувак подошел, он просто не может пройти, он врезается в невидимую стену. Чувак на мотоцикле пытается проехать, но у него ничего не выходит. Стоп, что? Блин, он нашел щель, в которую пролез. Они уже разозлились не на шутку. Что за дичь? Ребята, они вызвали админа на помощь, но он им никак не поможет, потому что у него нет доступа к команде map. Смотрите, они переставили сюда забор, теперь у них выезд будет вон там, где они его убрали. Вы конченый. Что это такое? Тут стена, блять. Тут магия. Нету магии. Я не вижу, и админы не видят. Я убрал эту стену, и сейчас, по идее, они должны проходить. О, я снова могу пройти. Сейчас будет очень жестко. Я поставлю этот объект прямо вот здесь, на этом мосту. Сейчас проверю, работает ли моя стена. Оп, все, я врезался. Сюда уже подъехал таксист. Чё за... Не понимает, что здесь происходит вообще, и пытается объехать. И, кстати, походу надо и встречку тоже перекрыть, чтобы так не объезжали. Если я закрою эту дорогу в обе стороны, это будет очень жестко, но я сделаю это совсем ненадолго, поэтому я думаю, от этого никто сильно не пострадает. Но зато вам будет смешно. Все, ребят, в обе стороны здесь нет проезда. Вон, чуваки пытаются объехать по встречку, но у них это не получится. Мост перекрыт невидимой стеной. Здесь вообще никак не проехать и не пробежать пешком. Тут стена невидимая. Позвали админа на помощь, и он телепортирует игроков на другую сторону просто. Ромеро балуется, стоп рот. Неужели так очевидно, что это делаю я? В обе стороны не могут проехать люди. Вот они просто врезаются в стену и не понимают. Ромеро, надоел уже пранковать. Да с чего вы взяли, что это я не понимаю. Хотя у меня ID 0, и я самый первый в табе показываю. Может быть, поэтому? Ребят, это просто какой-то апокалипсис. Подвези! Да, братан, он тебя никуда не подвезет, здесь дорога перекрыта. Хорош, убирай! Ребят, это просто жесть, здесь 8 машин. Никто не может проехать в обе стороны, ни туда, ни сюда. Людей становится только больше. Вот еще один чел сюда подъехал, он не понимает, что здесь происходит, пытается проехать с двух сторон, но не выходит ни с одной стороны. Я предлагаю убирать это, потому что это уже слишком жестко. Интересно, как скоро они поймут, что стена исчезла. Я надеюсь, никто на меня за этот прикол не обидится. Ребят, извините, я не думал, что будет так жестко. Ну, зато получилось смешно. Что, если прямо посреди дороги установить невидимый трамплин, который внезапно будет подкидывать проезжающие машины? Сейчас где-нибудь вот здесь я попробую соорудить трамплин. Надеюсь, у меня это получится, потому что из объекта, которого я как бы тоже не вижу, сложно будет сделать трамплин. Ну, примерно вот так. Так это, наверное, будет. Вот, как бы все работает вроде как. Вот это было неплохо. Он сделал сальто, ребят.
хуйня. Хотел объехать по встречке, но немного не вышло. Что-то я смотрю, у механиков вообще нет клиентов. Нужно над этим поработать. Так, а вот и наш клиент на Мерсе. Масло. Все, я поставил стену, и он уже не может выехать. Блин, невидимые текстуры. Выпустите. Ахаха. Чего сейчас произошло? Что это было? Эф, приехал новый чувак, и я снова закрыл гараж. Чё за хрень? Почему я не могу выехать? Да вот этого вот я не предусмотрел. Механик открывает другие ворота, и он сейчас через них просто выйдет. Я играю на Arizona RP Mesa, и у меня есть свой промокод Решеточка Ромеро. Вводите его и мой ник Хьюго Ромеро при регистрации на сервере, и получаете крутые денежные бонусы. Thank you.